Встретиться со всеми опасностями сразу, познакомиться со спасателями и преодолеть полосу препятствий смогли ребята из интердома. Сотрудники МЧС устроили для детей не просто урок ОБЖ, а настоящую познавательную эстафету. 2017 год объявлен годом гражданской обороны в системе МЧС. Ежегодно 1 марта мы отмечаем Всемирный день гражданской обороны. Вот. И в связи с этим мы проводим сегодня праздничную эстафету, посвященную Всемирному дню гражданской обороны. Соревнуются две команды по 10 человек – красные и белые. Задач у ребят много, и все связаны с безопасностью. Участники смогли почувствовать себя настоящими пожарными. Надеть противогаз и зайти в зону, там заражено. Потом была эстафета, чтобы надеть пожарную куртку и пробежать, и отдать, и другие еще были. Мне очень понравились соревнования, мне интересно было, как одевать противогазы, бегать как-то. Болельщики тоже не дремлют и переживают, кажется, за обе команды сразу. Специалисты отмечают, такие игры и эстафеты – лучший способ научить ребят правильно и, самое главное, быстро действовать при ЧС. Закрепляют знания, позволяют развить какие-то способности и более так запомнить те действия, которые им будут необходимы в случае возникновения пожара. В частности, например, был конкурс, это набор номера 01, и при этом нужно было проявить ловкость и быстроту реакции. По итогу победила дружба. Интердому сотрудники МЧС подарили противогазы и респираторы для занятий по гражданской обороне. А учеников пригласили посетить пожарную техническую выставку и Центр управления в кризисных ситуациях. После эстафеты каждый участник хотел пожать руки спасателям и непременно сфотографироваться. Мария Попова, Андрей Семволков, РТВ Иваново.